Петропавл Қазақстанның солтүстік нүктесі. Қаладағы ауа-райы еліміздің өзге аймақтарымен салыстыруға келмейді. Дегенмен шаһарды көгалдандыру бағытындағы жұмыстар атқарылып келеді. Сібірде өсірілген өсімдіктер Петропавлда биыл отырғызылып жатыр. Мәселен, мына жылтырақ ырғай осы жазда қала кейпіне ерекше сән бермек. На втором плане вы увидите кусты, кустарник, который называется рябинник рябинолистный. Это в дальних углах, согласно проекту ландшафтного дизайна. Эти кусты мы стричь не будем, они дадут нам куртину. Тоже совершенно замечательный кустарник, который приспособлен для городской среды именно в холодных климатических условиях, который быстро тоже нарастает, хорошо зимует, достаточно декоративен. Шенгелде қаланы абаттандыруға бағытталған бұл өсімдік түбі күн жылысымен гүлдейді. Сондай-ақ теннис орталығы маңында қарағай, үйеңкі ағаштары отырғызылады. Ну, меняется, думаю, что в лучшую сторону, конечно, озеленение. Ясно, что убираются старые деревья, которые уже отжили свои года по роду своей работы. Я почти весь город обходила когда-то раньше. И вот действительно видим сейчас уже новые насаждения. Замечательно смотрится, просто замечательно. Вот это будет красиво, это живой забор, оно вообще красиво разрастется, вообще. Это как газоны, вот газоны есть, это прелесть, город стал, а не то, что как раньше. Раньше много, а сейчас, даже выйти погулять, и то интересно.